Так, вы без ног, да, получается? Да, понятно. Не, не буду. Пускай вас Бог благословит. Это мы давали кровать вот когда-то. Вот, и сейчас вот посетили. Так, тетя Рая, мы к вам в гости. Пришли новый календарь. Вот тот старый снимаете уже? Ага. Год целый, да? Да. Пробыл. А этот новый можете повесить. Да. Вот, тут у нас Славик. Вот тебе, Славик. Привет. Пакет с продуктами. Славка тут друг наш. С детства знаю его. Ой. Вот так, тетя Рая. О, уже повесили? Повесила. Вот так, видите? Слава Богу, хорошо. Славик, как дела? Да так. Расскажи что-нибудь. Слава, что тебя беспокоит? Понятно тебя? Беспокоит тебя что-то, Славка? Че, смотришь песни христианские? Да, это христианские. Ага. Хорошо, молодец, Славка. Так, это мы вот у дяди Сережи. С тетей Зиной, слава Богу. Да. Ну, брат Сереж, как вы себя чувствуете? А лучше всех, все заходят. С календарик на следующий год. Очень красивый. Пускай вас Бог благословит. Вот так мы были в гостях. Это у нас Катюшечка. Сколько ей лет уже? 27 будет. 27. Она у вас не говорит, не слышит? Нет. Или слышит? Слышит. А зрение у нее хорошее? Да. Видит, слышит. Катюшечка, привет. Привет. Красавица. Это наша Катюшка-красавица. Никита, как у тебя дела? Как? Хорошо у тебя, Никита, дела? Никитушка, сколько тебе лет? Двадцать. Тебя все хорошо, Никита? Да. Ой, ты молодец. Ты, Валера, как дела? Хороший мальчик, Никита. Да, да? Молодец. Никита, молодец. Смотри. Так, это мы у Жорика. Дали пакет с календарем. Антошка с нами. Слава Богу. Жорик, он инвалид, ДЦПшник. Вот. Так, мы сейчас едем дальше. Так, а это Андрюшка. Андрюша, у тебя все хорошо? Да. Сколько тебе лет, Андрей? 33. Как вы говорили, Андрей, от сигнала, да, стал инвалидом? 35. От сигнала машины. Да. От сигнала машины. Да. Посигналила, испугался и на фоне испуга прогрессировала. Какой-то нерв центральный. Ага. Парализовал. Ну, и все. Андрей наш друг. 23. Вот тут есть дядя Ваня, тетя Аня. И моя жена Алиночка. Спасибо. Посетили все вот Андрюшку. Будет, да, вы так стоять. Красивая. Пускай вас Бог благословит. Хочешь, на коляске хочешь. Вы едете, да? Да. Хорошо. Это вот наша Марусика и Виталик. Инвалиды по зрению, живут вдвоем. Наши хорошие, хорошие друзья. 56 тебе уже. Рассвет молодости. Вот так вот посетили сегодня. Захар, как дела? Как дела, Захар? Помаши, дядя, помаши. Как дела, Захарка? А, все, пакет спил. Захар, помаши ручкой, дядя. Помаши ручкой. Ручкой помаши. Не держи пакет, маши ручкой. Маши ручкой. Нет, пакет, чтобы... Так, вот здесь мы дали туалет инвалидный. Женщина лежачая. Слава Богу. Слава Богу, братья и сестры, за возможность. Вот что мы ставим в пакеты. На этот год мы у нас, мы брали вот сахар, печенье, чай, потом вот это вот колбаса, масло, это овсянка, мандарины, это у нас горошек, это тут каша, тут соусы, майонез, макароны, тушенка, вот календарь, масло и календарь вот на каждый день, на каждый месяц. Слава Богу, это все, что входит вот в перечень, ну в этом году вот такие продукты. Один пакет выходит где-то 18 евро. Так, Саша, сколько детей у тебя? Двое. Двое. А ты инвалид по зрению и жена инвалид по зрению? Да. Самый зрячий. Первая группа. Хорошо, слава Богу. Так, Захарка, очень рад, что мы к ним пришли, да? Вырывает. Захарка? Сколько ему уже? 13 будет. Ух ты, большой какой. Молодец, мальчик. Хороший мальчик, да? Захарка, хороший мальчик? Хороший мальчик, хороший мальчик, умничка такой. Хороший мальчик, да? Хороший мальчик, молодец, Захарка. И что ты скажешь? Ну, расскажи что-нибудь, расскажи. Расскажи, так, расскажи.
Да? Расскажи, что ты скажешь? Ты довольный? Я сейчас ребенку что-то дать. Вот дали пакет, слава богу, с продуктами. Как вас зовут? Андрей. Андрей, тезка. Тоже нуждающийся. Слава богу. Вот так посетили тут.